Азербайджанский аналитик Фархад Мамедов. Как и раньше, в настоящее время процесс мирного урегулирования протекает по тем же направлениям, как и много лет. Каждый из сторон посредников пытается что-то для себя получить. На данном этапе, если проследить за действиями всех главных акторов, видно, что у них существуют определенные озабоченности. Например, у российской стороны, что прослеживалось в ходе выступления Путина на Валдае, встречи в Сочи, проект Рубена Варданяна. Недовольство нормализацией высказывает также и Иран, который может только пугать военными силами, стянутыми границы. Принятие Сенатом Франции антиазербайджанской резолюции также нанесло вред переговорному процессу.